Друзья, всем привет! Опять я на рыбалке. Сегодня, похоже, раздача щуки идет. Местные жители катают живца. И я смотрю, такие экземпляры у них по 5-6 килограмм каждая. Вот прямо передо мной стоит лодка. Он только что вытащил килограмм на 6, наверное. Тягал ее минут 10. Может, это из-за того, что ветер похолодало, вода сейчас 7 градусов. Поэтому рыбка активизировалась. Но надеюсь, нам сегодня повезет. Поймаем, наконец-таки, трофей. Я ловлю сейчас вот на такую вот пацанский силикон. Попробуем. Встаю я на русле. Здесь яма 6,5 метров. Будем пробовать. Надеюсь, камера сегодня не подведет. Качую по речке. А толку нету. И у мужичков, которые катали живца, тоже тишина сейчас. Я и русло обкидал. Сейчас стою опять на ямке. Там, где вчера щучку ловил. Будем пробовать. Ну что, друзья, опять выбрался я на рыбалочку. Вчера проплавал. Ни одной поклевки. Ставил кружки. Оставил 3 кружка на ночь. Сейчас поедем посмотрим. Вот кружки. Сейчас поедем посмотрим. Если не украли, конечно. Ни кружки, ни улов. Может, что-то есть. Вчера местные жители катали живца. Ну, скажем так, хорошая щучка у них была. Там 3, 5, 6 килограмм. Ну, сегодня хорошо, сегодня ветер чуть поменьше, вчера волны, шторм был. Ну и что, посмотрим, что сегодня у нас получится, вы увидите в этом видео. Поехали! Вот, друзья, приплыл я на русло. Тут вчера мужички катали живца. Попробуем. Может, у нас получится поймать. Пусть не трофей, но хотя бы 2-3 килограмма щучку. Сегодня где-то и брат мой на рыбалке. Ну, точнее, на этой реке, только в другой стороне. Попозже позвоним, узнаем, как у него дела. Сегодня хорошо, сегодня не такой сильный ветер, как вчера. Вчера просто шторм был. Плыву сюда, очень много рыбаков стоит на мелководье, но... Как я заметил, там клев начинается с 2 часов дня. Поэтому пробовать будем здесь пока. Сначала на силикон, потом, может быть, побросаем железо. Я поставил на ночь 3 кружка, но ни одной сработки не было, кружки все на месте. Поставил еще экран на живца. У меня еще есть 4 кружка. Попробуем поставить их здесь, на русле. Ну, если будет живец. Ну, а там посмотрим, отдыхаем, пробуем, рыбачим. Дышим свежим воздухом, наслаждаемся такой красотой осенней. Где-то уже снег. А у нас еще 10 градусов тепла.
Ладно, если что-то будет, я включусь. А то мне камера зависает что-то в последнее время. Ну что, друзья, стою вот на мелководье. Уехал я с русла. Не клюет. На мелководье не клюет. Рыбачков очень много. Звонил брат. То же самое, ни одной поклевки. Ждем вечернего выхода. Тишина, пока клёва нет. Третий час уже. Я уже и по заводям, и таким вот лажу везде. И блёсна, и силикон, все что угодно. И тихо. Поплывем сейчас вот туда, вот на мелководье. Где ловил щуку. Может, там повезет. Рыбаки уже порасплывались. Ну, надеюсь, что вечерний клёв все-таки будет. Пробуем. Ну что, друзья, дождался я вечернего клёва. Клюнула щучка. Как я и думал, что вечером будет клевать. Опять сработал мой хэдон. Неплохая щучка. Вот щучка, вот воблер. Все-таки вечером она просыпается. Ладно, сейчас я ее цеплю, будем продолжать.